Саш, привет! Молодец! Здравствуйте все! Мы сегодня будем открывать поле робокалора робота-трансформера, который превращается во что? В машинку! У него есть рация, какие-то его инструменты. Ух ты, а здесь даже голограмма какая-то есть. О, он превращается то в робота, то в машинку. Опа! Смотри какой! Вот у нас наш робот. Вот он какой. Это машинка, Саш, или это робот? Это и робот, и машинка. Это что у нас? Дрель, пила, дубинка полицейская и фонарик. Давай посмотрим, чего он может, а? Так, смотри, ножки прячутся. Так, вот у нас машинка собралась. Смотри, Саш, робот. Так, у нас есть пульт. Смотри, она может поехать, смотри. Прикинь, как классно! Машинка-робот на управлении, здорово, я такого не видел никогда. Что скажешь, Саш? Нравится? Оп, не поймаешь, не поймаешь. Смотри, какая клевая. Надо музыку включить. Я же крутая полицейская машина. Класс. Так вот, слегка с пульта управляется. Вперед, назад, влево, вправо. Музыка, свет, звук, сирена. Ого, сам включил, да? Давай я в робота его складу. Угу. Давай, и мы возьмем вот там вот инструментики и поставим ему в ручки. Он же все-таки полицейский, да? Угу. Давай, смотри. Смотри, как это делается. Смотрите, детки, тоже очень интересно, как он трансформируется. Выдвигаются ножки, отодвигается спинка. Поворачиваются ножки. Вот. Ручки открываются вот так вот. На, хочешь поуправлять? На. Так. И мы сейчас возьмем инструментики от робота, чтобы поставить ему в ручки. Ууу, как руки двигаются. Привет! Я на страже порядка. Здравствуй, Саша. Что-то случилось? Я пришел тебе помочь. Я пришел помочь тебе справиться с преступностью. Он у нас может держать свой... Что это такое даже? Какой-то полицейский... Полицейское обмундирование. Дрель какая-то. Смотри, Саш, видишь, он взял в ручку. Вот так. И вот дубиночка его встает. Друзья, напишите, пожалуйста, как вам понравились игрушки. Ставьте лайки и подписывайтесь. Саш, помаши пока-пока. Пока-пока. А дай воздушный поцелуй, Саш. Молодец.